Закрытые границы по всему миру стали ловушкой для многих паломников и туристов. Не успевшие вовремя вернуться на родину, они вынуждены оставаться сейчас на чужбине, среди них и граждане нашей страны. Они отправились около месяца назад на святые земли для совершения малого хаджа. На данный момент они тратят последние средства на питание и проживание в гостиницах. Абдулла Алиев расскажет подробности. Вот какое состояние в Саудовской Аравии. Никуда выйти невозможно, 24 часа уже сделали комендантский час. Заложники святых земель. Так можно назвать паломников, вынужденно оставшихся в Саудовской Аравии из-за ограничения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. Около 200 граждан России не имеют возможности покинуть королевство и вернуться на родину. Уже около месяца они проживают здесь в нелегких условиях. Средства заканчиваются, а местные цены на товары, любые услуги довольно высокие. Мы вышли на связь с паломником из Дагестана, который рассказал нам о сложившейся ситуации. Месяц где-то мы пробыли здесь и услышали, что новость есть, что Мекку закрывают уже. По этой причине уже мы собирались уже домой выезжать. Как мы домой выезжать начали, уже собрались, в Джидду поехали мы. А с Джидду, уже как мы в Джидду поехали, уже оттуда собирались билеты покупать и домой возвращаться. Как мы доехали туда, то ли на второй, то ли на третий день, если не ошибаюсь, они закрыли аэропорт. Закрыли то, что летает международный самолет, они закрыли все полностью другими странами. А внутренние они оставляли. Через неделю, где-то неделю, 5-6 дней, они уже закрыли между городами тоже. После этого пришлось нам вернуться уже в Медину, потому что в Джидде жить тоже не получалось, потому что чем в Медине, в Джидде жить дороже тоже. И касательно финансов тоже у нас не очень такое хорошее положение, потому что находимся в плачевном состоянии тоже. Паломники обращались за помощью посольства России. Здесь их уверяют, что держат ситуацию под контролем и ждут указаний из Москвы. Да, мы обращались к посольству. Посольство России тоже обращались. Они сказали, поможем. Сделали списки, они собрали. И около 200 человек набралось, сказали они, в общем, из России, кто что находится на территории Саудовской Аравии. Но и по сей день у них нет ответа. Они говорят, то, что ждем. Это говорят не от нас зависит, это зависит от Москвы. Говорят, мы, как и вы, ждем ответа, говорят они. И из-за этого по сей день ждем. Послан генконсула России в королевстве Саудовской Аравии Багаудина Алиева. Ими сделано все необходимое, что было возможно в такой чрезвычайной ситуации. На данный момент, несмотря на завершение регистрации на возвращение в Россию, дипломаты все еще продолжают искать возможные места нахождения российских граждан. Консульство находится в тесном контакте с уполномоченными российскими и местными ведомствами и практически ежедневно составляют и направляют им списки желающих выехать на родину российских граждан. На данный момент консульство находится в режиме ожидания и готово исполнить любое указание из центра. Паломники, в свою очередь, не теряют надежду на скорейшее возвращение на родину. Наша просьба руководству страны, чтобы они как бы ускорили этот вопрос по возвращении россиян в страну, потому что не только мы находимся в таком состоянии, такие же, как и мы, около 200 человек есть еще помимо нас. На сегодняшний день в королевстве Саудовской Аравии отменены все международные и внутренние авиарейсы, закрыты границы для перемещения людей, также запрещены перемещения между регионами и крупными городами, закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Впервые в истории уже 2 недели как закрыты все мечети для коллективных и пятничных молитв. Стоит учесть, что и Россия на данный момент находится на карантине, и въезд в страну также полностью закрыт. В такой ситуации остается только ждать скорейшего снятия ограничений и надеяться, что наши граждане смогут вернуться домой. Абдулла Алиев, Мурат Бикбарзов, специально для новостей телеканала ННТ.